Представляем вашему вниманию сбор молочная кислота. Он рекомендован также для людей, плотно тренирующихся, ведущих активный образ жизни. Значит, преимущество данного сбора в чем? Вы, наверное, все знаете, кто занимается любыми видами спорта, о том, что у нас в процессе распада гликогена образуется молочная кислота в мышцах. И она вызывает болевые ощущения. Также для того, чтобы происходили процессы окисления, нам нужен кислород. Мышцам нужен кислород. Это непреложный факт, который знают все. Значит, данный сбор, он способствует тому, что молочная кислота быстрее выходит из нашего организма после тренировок. Вот. И, соответственно, помогает насыщению нашего организма, также наших работающих мышц, кислородом, что увеличивает продуктивность и результаты тренировок. Применять данный сбор также элементарно просто. Также используется стакан кипятка 200 мг, 1 столовая ложка, даже вам не скажу, чтобы с горкой, то есть в принципе хватит обычной стандартной столовой ложки. Вы также настаиваете на паровой бане данный сбор 1 час. Он дает такой крепкий отвар, очень приятный терпкий вкус. Вот. После этого вы употребляете его за 10-15 минут перед едой натощак. Вот. Рекомендовано принимать его длительными курсами, там от 2-3 недель.